Дорогие наши дамы, мамы, жены, дочки, внучки, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем, что сами себе желаете, потому что женщина – такое еще лучшее создание Божье, которое сами себе не знает, что желает, но мы все-таки желаем всего самого хорошего и все сами того, что вы сами себе желаете. Естественно, быть любимыми, красивыми, всегда на позитиве, поддерживать сильную половину нашу. В общем-то, всех с праздником, Международным женским днем, 8 марта. Девушки, женщины, поздравляю вас с женским днем, желаю всего самого хорошего. И мы всем коллективом приглашаем вас на матч 10 марта. Ждем всех. Я вам желаю красоты, любви. Взаимной любви. Здоровья. И огромное количество больших и маленьких побед. Мы